Целую неделю бадминтонисты 18 стран мира боролись за медали этого турнира. Russian Open подошел к концу, однако его итоги не пройдут незаметно. Финальный день отметился как сюрпризами, так и яркими матчами, в которых выступили сильнейшие спортсмены. Поднялся призовой фонд, он стал 75 тысяч долларов. И, соответственно, поднялся, самое главное для спортсменов, результат такой-то, рейтинговые очки. Сейчас этот турнир дает рейтинговые очки на отбор уже на предстоящие Олимпийские игры. До решающих встреч добрались не все. Например, мужская пара из России Константин Абрамов и Александр Зинченко были вынуждены сняться с соревнований по медицинским показателям. Вдобавок, они и еще многие именитые спортсмены не рискнули доигрывать турнир и в торопях отправились на чемпионат мира, который стартовал в Китае. Но без наших бадминтонистов финал не остался. За золото боролся представитель клуба «Приморье» Владимир Иванов. Со своим постоянным напарником Иваном Сазоновым он взял только бронзу, однако была еще надежда на матчи смешанных дуэтов. Здесь опорой нашего игрока стала девушка из Кореи. Такая международная микст-пара получилась довольно спонтанно, однако это не помешало Российско-Корейскому союзу взять верх над соперниками из Индии и завоевать первое место. В рамках подготовки к чемпионату мира наш главный тренер Клавдия Майорова решила поставить нас и просто получить дополнительную игровую практику, что как бы удалось сделать. Вчера мы проиграли пару в полуфинале малазийским спортсменам, но сегодня удалось победить, и я думаю, что это хороший старт и хорошие такие положительные эмоции перед чемпионатом мира. Я в течение полугода вообще не играла, все это из-за травмы, поэтому было нелегко. Это мой первый визит в Россию, турнир отличный, понравилось работать с Владимиром, соперники были очень сильными, поэтому нам во многом просто повезло. Но другие российские игроки не остались без наград. В том же миксте бронзу взяли Евгений Дремин и Евгения Димова. В мужской паре серебро у Константина Абрамова и Александра Зинченко. А Владимир Мальков отметился бронзой в мужской одиночке. К слову, в этих одиночках спортсмены не жалели себя, и матчи завершались после трех партий. Сорап Хверма из Индии первую партию против японского спортсмена проиграл, но руки не опустил и буквально выгрыз себе золотую медаль в конце третьего отрезка. Японец был очень тяжелым соперником. Я очень нервничал. Проигрывая, я решил уделить внимание его ошибкам, поэтому смог вернуться в игру. В России раньше уже играл, но это первая победа в вашей стране. Это позволит мне вернуться в рейтинге в лучшую тридцатку игроков. Для многих спортсменов традиционный турнир Russian Open в этом году и вправду стал этакой взлетной площадкой перед чемпионатом мира в Китае. Теперь именитым бадминтонистам предстоит побороться за награды в гостях у королей этого вида спорта. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.